Депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Вячеслав Клявень встретился с коллективом военного комиссариата городов Одинцово, Звениград, Краснознаменск и Одинцовского округа. Особое внимание в разговоре уделили достижениям муниципалитета и региона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, в прошлом году в округе заменили почти 1300 метров сетей водоснабжения и свыше 7000 метров тепловых сетей. Всего же в Подмосковье планируется заменить порядка 1000 километров теплосетей в работе 23 крупных объекта.